Сегодня в Башкирской государственной филармонии завершается 6-й международный фестиваль органного искусства. В афише фестиваля 3 концерта, а открывала фестиваль органистка Домского собора из Риги Евгения Лисицына. Я считаю, что есть Бах и есть Трегер рядом с ним. Ну, на втором месте. Бах, конечно. Первое место – это вообще за облаками. Но Трегер, вот это... Даже иногда, ну, если верить в возвращение человека на Землю, перерождение, да, то я думаю, что все-таки это Бах в Трегере. Во второй вечер солировала уфимская органистка Эльвира Хайруддинова. В концерте также принимал участие оркестр «Уфимская камерата» во главе с Владиславом Самойловым. А закрывает фестиваль сегодня самарская органистка Людмила Камелина. Я рада вновь быть на этой сцене. И я привезла программу, которая называется «Парижский блеск». Ее своеобразие в том, что этот концерт для меня не столько и не только исполнение музыки французских композиторов, но и рассказ об этой музыке, рассказ о композиторах, которые писали, и самое главное, рассказ об органах, для которых эта музыка сочинялась и на которых она исполнялась самими авторами. Фестиваль отразил женский взгляд на органное исполнительство, а его закрытие совпало с Международным мужским днем. Владислав Самойлов, Олег Николаев, ЮТВ.